советов и пожеланий. И для поздравления и приветствия приглашаем на сцену депутата Совета депутатов муниципального образования Оренбургский район Дениса Михайловича Овсянникова. Встречаем, друзья! Дорогие детки, мамы, папы, я не буду долго много говорить, знаете, что хочу сказать. Сам вот являюсь вот отцом двух чадушек, вот, то есть один чадушка в третий класс пойдет, вторая пойдет там через два года в первый класс. И вот как только 31 мая прошло, начинается опять новая пора, да, то есть это кроссовки, форма, ботинки, тетрадки не те, ручки не те. Рубашки не те, то есть это миньоны, это Человека-пауки, это трансформеры, вчера это было модно, сегодня это не модно, сегодня этого стесняюсь, завтра это хочу, завтра это не хочу. Одно только радует в этой ситуации, да, то есть здесь я все доверил своей жене, кроме красоты. Папа выкрутились, да? То есть только вот это очень радует. Поэтому вот здесь вот, если вот, как говорится, можно вот ваши вот эти вот родительские, как это, ну это не страдания, то есть это заботы, что ли, как это самое, страдания в кавычках, да, то есть как-то облегчить, вот, то мы очень рады их облегчить вам вот нашим вот этим мероприятием. Да, поэтому с наступающим вас праздником, который уже скоро будет, наверное, 1 сентября, да, то есть это самое, то есть, ну, для нас это веселый праздник, для наших деток это грустный праздник, знаешь, не, как это, ну, не 31 мая, там, как 25 мая, там, у младших классов обычно, да? Ну, давайте, как говорится, соберем наших детишек в школу, с праздником. Спасибо, Артур Михайлович, но вы останетесь на сцене, а к вам спешат на сцену Цупова Любовь, Шадрина Софья, Захаров Давид, Штоллер Матвей, Духанина Анастасия. А мы аплодируем, друзья! Вам вручаются подарки, поздравления от Олега Михайловича, присутствующих в зале. Аплодируем, друзья, аплодируем! Денис Михайлович, ну, конечно же, фото на память. Нам это приятно и дорого, такие моменты. А мы поаплодируем, фото на память для нас останется. Ребятам веселых, оставшихся дней догулять, да, подготовиться к школе и, конечно, при встрече со школьниками, с друзьями и с уродками. Ну а для вас полька в исполнении танцевально-хореографического коллектива «Карамелька». Thank you.
муниципального образования «Весенний сельсовет» Ольгу Владимировну Платонову для вручения подарков. Дорогие первоклассники, у вас скоро начинается главный жизненный путь, и вы начинать будете получать оценки не только от своих родителей, но от тех преподавателей, в чьи руки вы попадете в класс. Так вот, я желаю, чтобы эти оценки были только положительные, а лучше всего пятерки. А папам с мамам желаю, чтобы вы только радовались успехам ваших детей. Всего вам доброго, в добрый путь. Находится большими буквами написано. Со мной вместе вручал подарки наши от МГРУ Александр Никифоров. Он является командиром взводного юноармейского отряда города Оренбурга. Как он отметил сейчас, из вашего поселения три участника, самые активные в его отряде существуют. Поэтому все, кто здесь, добро пожаловать в этот отряд. Там только хорошо. И называется он «Содружество».